Значение рисунка татуировки со знаком анархии. Сам термин «анархия» с греческого переводится как «отсутствие власти». И как это ни парадоксально звучит, приверженцами анархии изначально являлись политики. Подобная политическая деятельность подразумевала отрицание какой-либо власти. Если же говорить о символизме татуировки со знаком анархии сегодня, то скорее такой нательный рисунок будет говорить не о политической приверженности ее владельца, а о его мировоззрении, о том, что человек видит мир в деструктивных красках. В современном мире между понятием анархии и хаос можно смело ставить знак равен. История этого символа для стран Советского Союза и остального мира немного разнится. Изначально движение анархистов в России имело отношение к политике, если говорить о периоде до революции октября. Если же говорить о Западе, то там анархисты напрямую связаны с панковской субкультурой. Естественно, нельзя сказать и о том, что значение любого рисунка татуировки может быть личным и индивидуальным. Потому даже одинаковые рисунки татуировки для разных людей могут нести разное значение. Это же характерно и для татуировки со знаком анархии. Однако существуют и общепринятые устоявшиеся понятия значения того или иного рисунка татуировки. Татуировка со знаком анархии может говорить о стремлении человека расстаться с прошлым. Очень часто люди, которые имеют на теле татуировки с символом анархии, имеют прямое отношение к музыке. Тут стоит вспомнить о татуировке Михаила Горшнева, экс-солиста рок-группы «Король и Шут», и о распространении такого же рисунка татуировки как у почитателей группы, так и у панков. На распространение этого рисунка татуировки оказало влияние и сфера кинематографа. Так сериал «Сыны анархии», повествующий о жизни байкеров, популяризировал тематический рисунок татуировки, который был в этом сериале. Далее вы сможете увидеть примеры готовых рисунков татуировки с символом анархии. И если информации из этого видеоролика вам было недостаточно, приглашаем вас на наш сайт tatufoto.ru, где вы найдете больше информации об этом и других рисунках татуировки, сможете посмотреть фото примеры готовых татуировок, а также подобрать эскиз. На этом все. Удачи!